Президент Абхазии Александр Анквап отправил в отставку правительство. Об этом сообщает СМИ со ссылкой на председателя Сухумского городского собрания Константина Пилия. Однако официального подписания соответствующего документа еще не было. Между тем, сегодня в Абхазии созывается чрезвычайная сессия парламента. Вопросов на повестке дня два. Это обсуждение сложившейся ситуации и поиск путей выхода из конфликта. Между тем, президент опроверг информацию о своем отъезде из страны. Заявил он, что в данный момент с членами Совбеза обсуждает дальнейшие варианты развития событий. Анквап назвал происходящее попыткой силового захвата власти вооруженным путем. И вот цитата его. Он говорит, что неизвестные с оружием в руках захватили абхазское телевидение, однако ответных мер против них не применялось. Накануне вечером сторонники оппозиции в Сухуми, напомню, захватили здание администрации президента. Требуют они отставки главы республики и заявили, что берут власть в свои руки.